Здравствуйте, друзья. Мы потихоньку развлекаемся. Чувак. Во, отцепился. Всем привет, меня зовут Кинетик, это у нас Безумный Макс. Я тут словил опять пару глюков, вы его только что один наблюдали. Другой прикол был совсем недавно, когда я сшибал снайпера со скалы. К сожалению, это в кадр не попало, но было тоже довольно-таки забавно. Я зачищаю до конца местность Джета, но одну из его частей... Тихо, не тормози. Отлично. Ну, то есть, что я хочу сделать? Во-первых, сейчас добьем вот этот, я не знаю, островок, так сказать. Островок от общего островища. Вот, у нас тут осталось одно пугало, вон, одно еще было там, я его только что сбил. И отправимся потом в нору. Проверить, действительно ли там стоит... Один из двух автомобилей лом, но один из двух. В прошлой серии был такой момент забавный. Я словил две машины лома сразу. То есть одна из этого лагеря, другая появилась у меня около крепости. Я их хотел обе затолкать, вот, но, к сожалению, когда я заехал на одну, вторая исчезла. Один хороший подписчик, который мне скидывает постоянно советы, курсант Агриф. Привет, спасибо за все, что пишешь, за то, что смотришь. Написал то, что, оказывается, я в лагере завез машину, которую я подобрал на дороге. А та, которая у нас непосредственно из норы, она осталась... Как его... Снаружи. То есть она у нас исчезла. И вроде бы как она исчезнуть не должна, пока мы ее не заберем. Так что давайте мы сейчас сходим вот по этим двум местам поживы. Тихо. Залутаем их, а потом попробуем все-таки сходить в эту местность и посмотреть, действительно ли мы... удостоены наблюдать еще одну... Куда? Стой, 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 твою мать! Стой, стой, я тебе говорю, ты куда? Парковщик от бога. Хватит говно мне кидать. Отлично. Вот, действительно ли нам повезло, и мы увидим еще одну машину. То есть она вроде как бы там должна по-прежнему быть. И будет там до тех пор, пока мы всех ублюдков не угандошим. Вы откуда там сыпьтесь? С неба, что ли? Вот так вот. И непосредственно пока не отвезем ее в город. Мужики, вы чё голые? А, это рабы, я думаю, те, которых я сейчас убил. Зато лежат все ровно. Так, окей. Я еще немного на эмоциях. Реликвии прошлого. О, овечки, люблю овечек. Странно было просто бросить всю эту еду, но эти животные больны. Если сумеем не заразиться, мы, может, и выживем. Но придется основательно поголодать. Я до сих пор не знаю, что случилось в этом мире, то, что случилась такая тотальная катастрофа. Эпидемия, что ли, какая случилась? Произошла? Или еще что? Что-то мне игра сегодня подтормаживает, то ли из-за того, что у меня куча браузеров, точнее, вкладок в браузере открыты, то ли из-за чего. Пей! Машину. Воду. Не пей машину, пей воду. Отлично. А теперь забирай воду. С этим процентом отжима вообще, то есть как будто и в воде не нуждаюсь. Сама 50, плюс 50%. Офигли, нет. Чё у нас тут есть? Нам, наверное... Куда-то туда, да. Сам, это самый первый раз, когда я начинаю обыскивать место поживы не с самого начала, а с самого конца. А может быть, с самого начала, вон оно тут. Погоди, там что-нибудь... Там у нас что-то, наверное, должно быть. Лестницы не могут стоять просто так. Как это, знаете, всякие вот эти мемы сейчас ходят. Нельзя просто так взять. В нашем случае поставить лестницу. Здесь канистра. Давай, возьми ее. Возьми эту канистру. Я сказал... Где? Во. Я сказал, возьми канистру. Да, заправим машину. Хотя мы только что из крепости, у нас бак, наверное, полный. Так, как тебя тут заправить? Я как раз когда зашел, мне было показано
плюс столько лома, плюс столько этого и того-то. Даже ничего не показал. Походу, она реально полная. Вот, ладно, она мне больше не нужна. Вот, отправляемся дальше. Нам, кажется, надо наверх. Окей. Давай теперь сюда залезай. Это ж надо было умудриться сюда скатиться, а? Я офигею. Макс, как ты мог? Где я? Так, патрон. Забирай. Отлично, плюс один. Или плюс два. Мне что здесь еще надо-то? Один ломик. Один единственный кусок железа, вот он. Так, все, забрали место поживу 100%. И, собственно, блин. Так, хорошо. Жестянщик. Смогешь или нет? Как там? Надо быть у дороги? Веди сюда машину! Он что, реально приедет? Приедет. Смотри, он едет. Он реально едет. Причем крикнул куда-то вон туда. Веди сюда машину. Наверное, рассчитывал то, что вот от этих скал эхолокация отразится. И вон туда как раз. Ну и где моя машина? Охренел, что ли, чувак? Даже Макс сказал, осторожнее. Прикол на приколе. Хорошо, давай дальше. Веселиться-то катуши. Он, наверное, понял, что... Свят, свят, свят. Жестячик, ты чё творишь-то, а? Он, видимо, понял стиль нашей игры. Так, мне наверх как забраться? Ой, я еще что-то нашел. Погоди, погоди, погоди. Ну! Процветание. Это было эпично, я скажу. Давай. Стой, 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 там и лом. Я починю, я починю, я починю, я починю. Эпичная серия. Ребят, тут как минимум лайк нужен. Прям минимум. Ну, минимум лайк по максимуму. По максимальному количеству. Давай, чини ее, чё там. А, я просто вот так смотрю, думаю, опять что ли машина дымится. Оригинально. Не, серия заслуживает лайка тут как ни крути. Здорово, ублюдки. Погоди, я прицел свой потерял. Улетел. Я вообще-то вон туда хотел. Кажется. Погоди, погоди. Вот он. Полетел. А где ты? Ну ладно. Так, по-моему, сюда. Да, он тут как раз тропинка. Я вижу клею, которая тянется до того прохода. Возможно, там убежище. А черт его знает, туда машина все равно не проедет. А я пройду. Так. Куча угля. Это вот что за черепушка такая появилась? Это сейчас снайпер был? Я вроде бы тут убил всех снайперов-то. Вот что это такое? Я что-то реально не пойму. Хорошо. Так, место поживы. А, лагерь отморозков. Лом 2. Место поживы. Что там написано? В местах поживы можно найти полезные. А, я думал, это мне историю этого места. Хорошее укрытие. Зря они не замели следы. Ну так-то как бы, да. Так, приветик. Пошли со мной. 10 взял, 2 бонуса. И... Смотри, смотри, тут чужак. Оригинально. Не-не-не, не надо дробовика, не надо. Я знаю, ты любишь. Не, я тебя прошу, просто... Не надо дробовика. Оп.
Нам патроны так пригодятся. Как зомбарь кричит. Давай. Так, еще один патрончик взяли. Отлично, вон там еще у нас немного железяк валяется. 5 плюс 1. Все хорошо, все красиво. Это что за тыковки такие? Мешочного разлива. Все, походу. Сваливаем. Побежали. Жалко, на машину нельзя телепортироваться. А, стоп, погоди. А на машину не надо. Смотри, значит, у нас все галочки. Почти все. Блин. Ладно, давайте сейчас, значит, телепортируемся сюда. До тех двух я потом съезжу. И поедем в нору. Знаете, вспоминается фильм «Брат», первая часть. Когда эти американцы или кто там подходит, ну, как его... Бодрова. Багров. Блин. Бодров или Багров, друзья, честно не помню. Поправьте меня, пожалуйста, в комментариях, если не сложно. Человек хороший был, актер замечательный. И просто замечательный человек. Данил Багров, кажется, Сергея звали по фильму. Подходит к нему, да, типа, не подскажете, где тут клуб Нора? Я не знаю, не знаю. Подлетает девонька и говорит, не Нора, а Нора, это вот вам туда. Так что нам туда, друзья. Вот так вот. Я чё, еще хочу проверить. Пока мы едем в нору, в смысле в нору, вот, у нас как раз сейчас там будет хороший спуск. Нитро в воздухе. Возможно ли? Твою мать! По-моему, нет, потому что там есть какая-то... Какая территория брюхореза? Стоп, ты куда едешь-то? Твою налево. На зеленую точку поехал. От зараза. Давай заново. И, по-моему, я не тут... Да, телепортировался. Хорошо. Сейчас переиграем. Или туда. Не, туда, смотри. У меня просто это было выведено. Обведена крепость Джита, я подумал, то, что он в нее сейчас поедет. Так, давай метку поставим. Погнали. Так, вот, давай еще раз. Нитро. Не, нитро сразу нельзя использовать. Ой! Ам, погоди. Может, все-таки получится эксперимент, но как-нибудь потом. Мне показалось, оттуда вылез кротокрыс. Я, походу, Fallout переиграл. Ну и в Техномансер тоже. Там тоже подобные твари есть. Значит, вот у нас наша нора. Нора. Вот. Чем делаем? Не получается вот и все. Как ни крути. Тут должен стоять, по идее, ломовоз, который мы отогнали, а в крепость не загнали. Нашел же ту дорогу, а где ехать? Вот, давайте посмотрим, действительно ли он там. Да, по-моему, я вижу шестеренку. Или мне кажется. На радаре. Свои приехали. Нора ведь? Нора. Либо он стоит где-то не тут. Либо он все-таки исчез. По-моему, здесь была машина, честно не помню. Собственно, друзья, а чем вы здесь занимаетесь? Ты вообще прохлаждаешься, я понимаю. Не, значит, меня приглючил. Мне показалось, то, что я шестеренку увидел на радаре. А-а. Ничего нет. Вода есть. Офигенно. Есть вода. О, я помню эту бочку. Мы еще в ней застряли, как будто в катке. В общем, союзные лагеря нам продолжают что-то добывать, но машины ломовоза нет. Она у нас, к сожалению, канула в лету.
довольно-таки печально. 500 лома. Вроде все смотрел. То есть больше машину даже загнать некуда. Она где-то... По-моему, она была где-то здесь. Я другого входа даже не знаю. По-моему, нет. Если есть другой вход, напишите в комментариях. Я ничего не вижу. Или здесь она стояла. Вот где-то, по-моему, тут она была. Вот даже место больше. Скорее всего, тут. То есть место такое пустое. Как раз подходит для стоянки машины. Ну ладно, поехали тогда отсюда. Даже, наверное, не поехали, а давайте телепортнемся. Нам надо забрать два места пожива, оставшиеся в этой местности. Там мы вроде все забрали. Так, гонку мы прошли. Да, давай телепортируемся. Заберем оставшиеся два места пожива. И у нас, кажется, там на карте отмечена фаршевая ферма проект. Я думаю, будем его собирать. Сейчас разберемся. Все будет хорошо. Так, отлично. Да, конечно, по Васкве я буду. Размечтался. Хотя, быть может, потом, когда-нибудь, в твоих мечтах, все может быть. Ой. Только не... Машина ранена! Ты думаешь? По-моему, все хорошо. Сейчас до места поживы доедем, ты как раз ей будешь заниматься. У нас тут что-то огоньки какие-то по краю. Приближаясь к боевому отряду, пофигу. Но, может быть, не пофигу. Хаба! Я умудряюсь, как он... Удивляюсь, как он с дробовика попадает с такого расстояния, потому что... Он харьяп? Это же дробовик. Там он дроби должен разлетаться в разные стороны. Так, значит, это у нас логотип Rockstar Games. Серьезно? Блин, не видно. Да чтоб тебя, гади. Да хорош! Хватит мне задницу этого жестянчика показывать. Блин, даже не знаю, как подойти-то. Во. Как-то так. Все может быть. В принципе, да, буква R похожа на рокстаровскую. Хотя, с другой стороны, это обычно английская буква R. Но не, у них шрифт такой особенный. Типа, вроде бы как роны, но с закорючкой. А дорог с другой стороны, Макс. Интересно, что я делаю не то? Come here! Отлично, один есть. Там снайпер, что ли? Этот? Блин, эпично было бы, если бы тот сбил этого с собой. У него черная кровь? Наверное, показалось на солнце. А, еще один. Чини свою машину. Резко он заткнулся. Все, забирай, Макс. Давай, поехали. В смысле, пошли. Что у нас тут есть? Два лома. Против которых нет приема. Хорошо. Так, тут ничего. Вижу канистру, а лом не вижу. Наверное, сюда. Так. Вот один, а наверху, наверное, еще один, да? Как предсказуемо. 2000 тем временем... Угу, еще один. Тем временем у нас уже 2000 накопилось. Сейчас, наверное, посмотрим. Вот сейчас, наверное, можно уже качать всякий хлам. Типа способности Макс или еще чем-нибудь такое. Машины нам пока вообще ничего не доступно. Ну-ка, давай посмотрим. Так, Макс. Так, ничего. Куртка. Или куртка есть? Не, ничего нет.
Король пустыни, требуется нам уровень, чтобы заполучить куртку новенькую. Внешность нет, ничего не хочу. Так, дробовик. Спутник смерти, понятно. Вот, навыки. Да пофигу, давай качать. Да, я в курсе. Не-не-не, ты не выходи отсюда, мы сейчас ее прокачаем. Яростное набивание на земле. Окей. Опять заходи. Что тут у нас? 200, 200, 250. Фига там. Набивание о стену. Блин, почему ты выходишь из этого меню, а? Так, контратака. Я даже не читаю, я просто качаю. Если надо, друзья, если интересуетесь, если вдруг случилось так, то что зашли на канал в первый раз и впервые видите Безумного Макса, во-первых, подпишитесь, мне будет очень приятно, а во-вторых, на паузе можете прочитать описание умения, если вам это интересно. Я так только мельком смотрю. Ну что тут еще у нас? 300, 300. Шутка про, тракториста. В горле немного першит еще. Разбивание щита. Мощный прием позволяет разбивать вражеские щиты. Давай, чё бы нет-то. Нам пару ублюдков со щитами попадались. Так, биографии новые, потом... Биографии потом с вами прочитаем как-нибудь. Отдельную серию посвятим. Контратака с холодным оружием. Окей. Хоть мы и холодным оружием-то вовсе не пользуемся. По-моему, там все. Или осталось только непрокачанное. В смысле, даже не получено. Да, еще вот. Король пустыни и снова король пустыни. Навыки практически максимальные назначения. Гараж. На, это по заданию надо. Хорошо. Не трогаем. И у нас... Фига. 154. Неожиданно, я скажу. Что у нас осталось? Вот, последнее место пожива здесь. И будем, наверное, чем займемся-то? Может быть, это будем изучать. А где у нас, кстати, поменьше цели? Наверное, вот здесь. Можно пройтись по всем пуговым и по всем местам поживы. Там лагерь у нас. И заодно поехать на шарик. Точно, поедем потом на воздушный шар. Так, нам куда, сюда, что ли? Почему нам сюда, когда нам туда? Меня что обманули, что ли? Давай еще разок. Отлично. Вот так вот. Тут, наверное, тоже что-то когда-то было. Вот только не говорите мне, что здесь... Лагерь, я тут уже был. Ладно, а, нам дальше надо. Хорошо, давай, поехали. Что-то было, что ли? Казалось. Стой! Ну да, хотя бы так. Watch out, берегись! Давайте посмотрим, действуют у нас как-нибудь приемы новые появились или нет. Я что-то пока не наблюдаю. Да, ничего такого. Хотя нет, что-то есть. Такого удара с разворота у нас, кажется, еще не было. Вот так вот. А, это красава. Ой, красава. Не, прокачал не зря, я не жалею. Тем более лом у нас все равно еще будет. Сколько тут? Три. Давай искать. Так что я ничем не жалею. Вот еще один. К таким мелочам надо уделять внимание, потому что вспоминаю прошлую, опять же, прошлую серию, как я и... Долго мучился в поисках одного единственного лома, который потом кое-как, но худо-бедно, но нашел. Все, третий, можно сваливать. Или погоди, или тут есть что-то еще. У нас ведь полное прохождение, мы ведь все обыскиваем. Жрачка. Динки-ди. Отлично. Похавал. Хоть бы банку, что ли, я не знаю, бросил в мусорку. Нет, взял просто так. Только не умри, я тебя прошу, фу.
А то было бы немного фейл. Сначала ты поел, а потом у тебя еще здоровье отнимается. Так, ну чё, давайте отправляться куда-нибудь. Куда-куда-куда-куда-нибудь. Место поживо. А давай сюда сходим, попробуем. Посмотрим, что за прыжок такой и что нам за это будет. Там, по-моему, если все прыжки завершить, то нам дадут значок грифы. Я скажу, что это как-то мало. Если бы за каждый завершенный прыжок нам давали значок грифы, вот это было бы, да. Это было бы круто. Давай еще разок втопим. Отлично. А где трамп? А, вон там, скорее всего, трамплин. Все, вижу. Сейчас, наверное, в обход поедем. Как-то вот здесь, наверное, можно туда заехать. Ну или почти здесь. Тут еще местоположил каким-то образом затесалось. Погоди, не в ту сторону. Так. И куда? Не, реально. Ладно, поехали. Я-то думал, там все просто. Так, значит, нам, видимо, сейчас надо вот так вот в Кургаляна вернуть и наверх забраться. Давайте сделаем, чего от нас игра просит. Скорее даже не просит, а требует. Тихо. И что я тут должен сделать? Попасть чисто. Кстати, да, хороший вопрос. Что я здесь должен сделать? Попасть в этот синий, в эту синюю метку или просто перелететь? Но попробуем сначала просто перелететь. Только не падай, только не... Засчитали? Но судя по тому, что... Судя по тому, то, что метка исчезла, видимо, все-таки засчитали. Но я что-то не очень уверен, то, что у нас все прошло так, как предполагалось. Но чини тоже живее, а. Вот, давайте тут попытаемся рассмотреть. Да, по-моему, все-таки Rockstar. Все, отлично. Хорошо, значит, куда поедем? А может быть, гонка? Нет. Давайте, у нас раз сегодня исследовательская серия. Построим, я думаю, последний проект. Ну, попытаемся, по крайней мере. Он у нас должен быть отслежен. Отслеживаться должен. По идее. Вон, я в крепости. У меня складывается такое ощущение, будто я где-то на базаре нахожусь. Смотрите, как у нас все тут оживилось. А мне тут хорошо работать, а хавчик клевый. А, да, мы с тобой уже разговаривали. То есть, друзья, посмотрите, реально, то есть, как вот... Чем больше мы снижаем уровень угрозы и отстраиваем крепость, тем больше здесь становится людей. Так, давай тебя отметим. Тым-тым-тым-тым-тым. Отлично. И сейчас я захожу реально как будто где-то на базаре. Сведения о проекте? О каком? А, это? Ладно, понял. Ткани навесили. Крепость реально как-то изменилась. Что-то происходит, люди что-то разговаривают, внизу что-то собираются, жестикулируют. Живут. Процветает. Да я уж хорошую делу. Извини, что раньше этого не понимал. Ты хоть вспомни момент, как я тебя освободил. Я никогда не забуду такое. То есть мы его освобождаем, клетка приоткрывается, и в итоге при помощи... Не, конечно, можно напридумать, типа, как он ногой выпинывает клетку и... Чупал.
выпинывает клетку, и мы отлетаем. Но нет, на самом деле из-за такого простенького, но забавного бага клетка не открылась до конца, и когда он начал влезать, нас просто отбросило этой решеткой. Давайте отсюда выбираться. Я думаю, вот сюда. И сейчас поедем собирать опарышевую ферму. Будем собирать по всей частям локации опарышей. Потом для них строить домик. Будем разводить опарышевую ферму, чтобы потом ушрать. Блин, лучше бы, я не знаю, прочитал состав консерв для собак и попытался изготовить их, нежели опарыши. Тут у нас ничего нет. Стоп. Алло, собран. Я вспомню то, что у нас, оказывается, помимо всего, шарики, это еще и эти, как, места поживы. Не достаю, жаль. Хотел одного друга к нам притянуть. Стопышечки. Нам вот сюда. Сейчас какой-нибудь. Вы открыли маршрут конвоя. А, мы уже закрыли маршрут конвоя. Так, все нормально. Ой! Да пофигу. Ты лучше бы волновался, как я машину вожу, а не тут. А не то, как... Да чтоб тебе... Не достану. А не то, что там блик от снайпера. А где? Наверху, что ли? Да пофигу. Ты на кого свои шины катишь, а? Погоди, погоди, погоди. Сейчас попадем. Вот так вот. Вау. Наверное, наверх. Блин, а реально где? Да потерпит твоя машина. Потерпит твоя машина. Мне понять, где нам забраться, чтобы... Ладно, не потерпит твоя машина. Чтобы вон туда попасть. Слушай, офигенный вид. Он своего застрелил, нет? Фига ты. Боевка Mortal Kombat. Быстрее. Реально, быстрее. Быстрее, мать твою. Жрать асфальтом было написано. Так, хорошо. Ребята, как туда проехать? Только не говорит, что это вон там. Это реально там? Это точно там? Я это проверю. Я пошел проверять. Хламина. О нет, машина, подумай, машина. Зачем, друг? Ты ее все равно починишь. Так, допустим. Блин, я запутался уже. Где-то чертов проект. Как будто он где-то на скале наверху. Пойду поищу, что ли. Или погоди. Вы не поверите, друзья. Где мы были, то есть где мы спрыгнули, откуда я уехал, тут вот непримечательна такая лестница вниз. Я просто решил вернуться, а оказывается, вот оно, че как. Оно не наверху, оно внизу. Ломик, забирай. Так, один из двух и деталь проекта, отлично. Опаршевую ферму собираю. Офи... Это не ловушка, нет? Смахивает на ловушку. Еще одни шипы. Так.
Сейчас так возьму ломика, и шипы сзади прилетят. И чего? Эй! Фига! Я, конечно, увидел надпись «Новый враг-призрак», но что-то внимания не обратил. Откуда он вылез? А чё у нас еще? Твою мать, он у меня здоровья нет. А паршу ферма? Да, я знаю. Давай, пей воду скорее. А то сейчас первый попавшийся придурок нас убьет. Чё-то дерусь такое нормально. А потом хоп, а здоровья-то и нету. Так, флягу мы осушили до дна, а вот здоровье восполнили не до конца. Окей. Сейчас пойдем обратно. И я не знаю, можно телепортироваться отсюда сразу? Мне, по сути, надо не так уж и далеко. Лагерь, что ли? Угу. 6 вон, 2 эмблемы. Хорошо. Поднимайся. Сейчас, я думаю, сначала устраним снайпера, который нам тут докучал, а потом уже поедем в тот лагерь. Будем его отвоевывать. Ну, давай залезай. Отлично. У нас сначала к информатору. Информатор нам наверняка скажет какую-нибудь полезную информацию, может быть, и не полезную, может быть, полезную с его точки зрения, а не с нашей. Так, где снайперюка? Ты видел блик, а я нет. В смысле, я тоже видел, у меня блесточек на тени. Давай попробуем сюда. Или может гонку попробуем? А, смертельный гонка. У нас и тут, по-моему, через эти, через бочки надо. Ах, вон оно чё. Я думал, он просто так там стоит, а он ещё на своей вышке. Хотя давайте-ка попробуем. Нет, гонку потом. Гонки потом. Будет тогда отдельная серия. Ее конкретно посвятим гонкам. Там будем смотреть, что у нас и как, и к чему. Вот. А теперь... Жестянчик в шоке просто. Теперь к информатору. Все хорошо, все замечательно. Не, на самом деле, для чего же еще тогда эти барханы, кроме как если по ним не прыгать? Все правильно делаем. Да и потом нитро позволяет. Макс взял сталтрик, но... Блин. Ты в порядке? Ты чё кряхтишь? Так, то есть нам надо наверх. А, знал я то, что тут не все так просто. Чё? Давай попробуем наверх. Она сейчас скажет то, что там можно зайти из какого-нибудь запасного подземного бокового входа с воздуха. А если я ее собью? Давай, давай, сбивай меня. Или его? Кто здесь? Я патроны хотел взять. Слушай, они говорят, этот остов рухнул с неба. Приказал своим псам разбить его, там лагерь. Я знаю, что у них там не припрятано сокровище, оно где-то рядом. Лорд-член, это, конечно... Не, жестянчик еще круче. Ржавка. Этот лагерь построен рухнувшего самолета. Рядом с крылом есть какой-то тайник. Простая защита периметра, нет ворот, наверху детали проекта. То есть этот тайник, это и есть детали проекта? Я уж подумал, там действительно что-то интересное. Ты спишь, что ли? Давай не спи. Ага.
Слушай, у нас сзади еще два места поживы. Ладно, потом. Мы сегодня проекты собираем. Тихо, 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 тихо. Только не падай! Лети! Тебе, что ли? Да ладно. Не, давай все-таки сходим. Воу! Как четко-то, а прям как раз куда надо. Надеюсь. А где лом? Может быть, где-то там? Нет. Разворачивайся. Главное, чтобы сейчас опять не сказали, вылезай из машины, сейчас взорвется. Где тут должен... Блин. Где-то тут главный должен быть. Угу. Починил, что ли? Ладно, за лому мы вернемся потом. Поехали сейчас отвоевывать лагерь и добывать непосредственно уже деталь проекта. И опять не туда, да? Это пока еще наш город. Это пока еще наши улицы. Мы угнетенные, униженные, брошенные, не сдадимся. Мы не допустим, чтобы благочестивых горожан притесняли приспешники безликих богачей. Если вам нужна вода, возьмите ее. Я остановился вместе поживы. Хотел ехать напрямую в лагерь, но остановился вместе поживы. Тут просто... А, вот он. На карте вода отмечена. А вот, кстати, вода. А у меня ее нет. Так что давайте сейчас наберем флягу. Надеюсь, полную. Попьем из нее и наберем еще флягу, потому что плюс 50% делает свое дело. Да, отлично. Пей. Мимо рта не пролей. Че, опять что ли все осушил? Офигеть. Давай, до конца добирай. Фига. От 50% еще плюс 50%. А нормально так затарились. Где моя машина? Вон она. Все, теперь точно едем непосредственно только в лагере. Будем захватывать его. Наверное. Или нет? Где там то место поживо-то находилось? По-моему, где-то там. Я, конечно, могу ошибаться, но по-моему, где-то там! Долетел. А вон оно, вижу, вижу дома. Как туда прикажете добраться? Че ты ржешь? Мне туда доехать надо. Я думаю, эту нудную поездку можно пропустить. Нашел. Я поехал непосредственно уже к лагерю, как вижу, на повороте тот самый дом. Наш тот самый. Родной! Привет. Не-не-не, погоди, погоди, у меня еще этот не отрегенился. А, в принципе, можно так. Погоди. Вот так вот. Иди сюда, видит. Да ты починишь, куда ты денешься. Так, хорошо. Вроде бы все. Ну, почти все. Давай, 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 давай. Вот так вот. Чувак, ты повиси в стене, я лом заберу и оставлю тебе. Кстати, вопрос, а что наверху? Обчистите не менее 18 мест поживы. А почему именно 18? Не 20, не 30, не 80, а именно 18. Че, здесь ничего нет? Обычный шофер мне дали ранг. Так, допустим, вот. Патроны, наверное. Угу. Что-то еще могут быть. Ну, сортир. А что, на свежем воздухе, прекрасный вид. Как бы вся тема. Все хорошо и прекрасно. Поднимаешься такой на крышу. Пойду-ка я сделаю свое дело.
Дорогой, ты куда? По делам. А почему на крыше? Не твое дело. У нас выросли крылья, да ничего у нас не выросло. У нас выросло нитро. Но никак не крылья. Так, нам кажется сюда. Офигеть, минут 15, наверное, я еду в эту крепость. Собрали, называется, опаршевую ферму. Ты ведь туда едешь? Да, туда. О, место поживы. Не, потом, все потом. Давайте захватим лагерь, а только потом уже будем думать, что тут можно сделать. Фига, вырезки. Стопэ. Так, минс... Оооо, салют, нашу честь. Прикольно. Звук справа я слышал. Ага. Защитный крепеж уничтожен. Вон там в воздухе человек или чё? Нет, мне показалось, вон там человек сидит. И куда? Сюда, наверное. Так, что у нас? Добавлю информацию в журнал. Детали о паршивой ферме, лом, эмблема, реликвии прошлого, бойцы 12 штук. То есть тут нам непосредственно надо всех бойцов перебить. Окей. Придурки, я пришел. Сразу, чтобы не надоедал. Get up. Тихо. Давай. Отлично. Хопа. А, не прошел фокус, да? На тебе. И вот так. Да хватит уже руками махать. Встань в очередь, как все нормальные ублюдки. Из ваших. Вижу лом. Требуется взрыв. Ага, хорошо. Чем бы нам еще взрыв этот устроить? Так, вижу эмблему наверху. Ага. Вижу взрыв, вижу эмблему, вижу дверь, все вижу. Вот только не вижу, чтобы подписчики прибавлялись. Друзья, не забываем подписываться. Не, подписчики у нас, конечно же, прибавляются. Я, честно, был очень приятно удивлен, когда у нас всю неделю держалось 25 человек, потом в воскресенье резко 29, а потом резко еще 31 в понедельник сегодня скакнуло. Спасибо, что подписываетесь, спасибо, что смотрите. Огромная вам моя чистосердечная благодарность. Тем временем тут какая-то лестница обнаружилась, которая, походу, никуда не идет. Или все-таки идет. Не, ничего нет. Спрыгни. Нам сказали... А, это вниз. А это патроны. Давай, забери. Нам сказали, там вроде бы какой-то тайник есть. Да пофигу на отморозков. Но я пока не вижу никакого тайника. Может быть, этот один патрон и был тайник? Кто знает. Хорошо. Так. Одна деталь. 5 лома осталось. Давайте тогда изучать. А, да, нам ведь нужен взрыв. А вот здесь вроде бы не нужен. Угу. Тут можно просто ломануть. Вот так. Кстати, а мы давно пишемся? Это что? Консервы ешь. Перчатки у него улучшились. А, я же их прокачивал, точно. Я думаю, сейчас как раз с этим лагерем покончим и закончим. Покончим и закончим, все логично просто. А, вот канистр, отлично, забирай. И давай устроим взрыв. По-моему, здесь. Да, тут значок другой. Поджигаем. Бросаем. Сваливаем. И как матерый мужик, не оборачиваемся. Наверху вроде бы что-то есть.
Чего вы там еще векаете? Может быть, нет ничего. Тут ничего нет, а мог бы быть и как раз таки деталь проекта. Нет, но запрыгнуть он не может. Хорошо. Хорошо. Все бы хорошо, если бы не все так плохо, как я обычно люблю говорить. Отлично. Че тут у нас? И мяк это вот еще. Хова. Красиво, слушай. Прям вот. Не знаю, когда он начинает бить, все так красиво. Блин, как бы объяснить? В азарт входит, сразу вспоминается бруталити из Mortal Kombat. Вот, и то, что идет удар, 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 еще один удар, за ним еще один удар, и все это ускоряется, в итоге разносится на куски, вот так и хочется, вот так вот, ну, жду от с этой привычкой от бруталити, то, что он сейчас тоже бьет, 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 и они все разлетятся к черту на куски. Реликвии прошлого нашли. Че у нас? Тем, кому еще дорога справедливость. Нас вышвырнули, копы нас прессуют, встречаемся на фиолетовой точке, они убили нашу госпожу, но им не сломить наш дух, справедливость восторжествует, да возвратится вода! Походу же какие-то фанатики водяные появились. Куда нам? Тут вроде бы все. Хотя не, вот туда еще дальше можно пройти, или там выход наоборот. Давай, погоди, 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 заберись. Там, может быть, тоже что-то есть. А может быть, я слишком переоцениваю эту игру. Тут ничего нет. А могло бы быть. Возьми оружие. Там наверняка сейчас какие-нибудь ублюдки будут. Фу. Какое неприличное пятно. Фига там. Ну ладно, побежали наверх. Другого пути я пока не вижу. То есть вижу, он там был, но... Если уж я куда-то побежал... Блин... Ребят, чего вы тут делаете? Ну, а тебе... Чистильщик пришел! Фига! А чё, все, дубинка поломалась? Слушай, красиво дерется, а? Я бы сказал, вообще идеально! Херак. Погоди, стой. О, это было шикарно. На тебе. Бруталити. Финиш хэм. Не понял. Че, последний, что ли? Блин. Там даже, наверное, процентов 30 не было. Я толком там ничего не нашел. 60%. Одна эмблема, еще два лома и одна деталь проекта. Ну, еще найдем. Яростный вихрь, вы помните, комбо из 25. По-моему, это у нас уже было. Уровень угрозы понижен. О, гриль. Давай, первый уровень. Отлично. Вижу деталь проекта. Еще одна частичка фаршевой фермы. Вижу еще один лом. Так, ломы-ка взяли. Еще должна быть... Куда ты поехал? Ну вот. Должна быть еще одна эмблема. И непосредственно еще лом. Набрали. 1-1. Ладно, пошел искать. Друзья, эмблему я нашел. Она на самом-самом верху, где у нас была последняя драка. Вон висит. Заметить ее для меня, по крайней мере, было очень сложно. Остался лом, я надеюсь, он тоже где-то тут. Один из одного, как говорится. Но один из шести. Пять из шести у нас уже собрано, и еще единица осталась. Так, нет, сюда я не пойду. Вон туда, конечно, хочется. Может, тебя как-то отпереть можно? Ну,
там, судя по всему, нет ничего. Ладно, я дальше искать. Спускаюсь я такой по этой лестнице и вижу, вон блестит, зараза, там у нас внизу. Я на фиолетовый Меня сейчас глючит. Чуваки, кто здесь ремонт делал? У вас краска стекла и... В общем, еще один глюк. Так. А, это кусок железа лежит. Я уж подумал, краска стекла и засохла. Ну, покажи мне, покажи. Ей! 100%, друзья. Красивая картиночка такая у нас. Ржавка пройден, 100%. Давайте, наверное, здесь, на этом месте завершим. На фоне вот этих фиолетовых хреновин. Непонятно только, как наверх возвращаться. А, его вижу, лестница. Вот. Завершим наш сезонный поход. Хотя, почему сезонный? Просто обычный поход. Просто уже ночь на дворе, херню несу. Завершим на этом серию, закончим. В следующий раз уже продолжим. Я не знаю, добывать остальные части проекта. Давайте посмотрим, что нас ждет. Нам надо добыть еще две штуки. Они вроде бы где-то наверху были, кажется. Если они у меня вообще отмечены. Я могу быть слепым и что-то не видеть. Между прочим. А, вот, вижу, так, одна. Лом 2, это место поживы у нас. И еще, вот еще одно. Тоже место поживы. Слушай, тогда... А, нет, там ехать далеко. Ладно, в следующий раз съездим, посмотрим, осмотримся. Лагеря один из двух. Или, может быть, сначала лагерь вот этот захватим, таким образом мы полностью освободим еще одну мини, так сказать, территорию. Колос. Такой район территории Джита. Вот, а потом уже поедем по деталям проекта. Если серия понравилась, ну, ставьте пальцы вверх, зовите друзей на канал. Не забывайте распространять мое имя, имя нашего канала. Меня зовут Кинетик и канал Kinetic Ru Games. Я рад приветствовать вас здесь каждый день. В каждом видео, друзья, добро пожаловать. На фоне этих ворот я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь. Всем удачи. Пока.